Установка СНПЧ на бесчиповый Epson XP640. Поставьте заправленную СНПЧ рядом с МФУ. Подключите сетевой шнур питания к аппарату и включите его. Откройте блок сканера. Выберите язык. Как только каретка начнет движение влево, отсоедините шнур питания. Переведите каретку в положение замены. Пережмите шлейф канцелярской прищепкой. Аккуратно снимите оранжевые подушечки с картриджей. Не делайте это над принтером. Вставьте картриджи в каретку согласно цветовой маркировке и нажмите на них. Вы услышите характерный щелчок. Это значит, что картриджи зафиксированы. Снимите прищепку. Закрепите на середине корпуса МФУ специальный держатель. Зафиксируйте в нем шлейф от СНПЧ. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, потом в крайнее правое. Убедитесь, что чернильный шлейф не перекручивается и не мешает ходу каретки. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа. Зафиксируйте шлейф клипсой. Закройте блок сканера. Извлеките маленькие силиконовые заглушки на резервуаре СНПЧ. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. Выберите язык. Начнется прокачка чернил, через несколько минут МФУ будет готова к работе. Доноры с СНПЧ должны стоять на одном уровне с печатающей головкой, ни ниже и ни выше. При транспортировке МФУ с системой закройте заглушками специальные отверстия. Важно! Не обновляйте программное обеспечение устройства. Удалите на своем компьютере программу Epson Software Updater. После зайдите в меню МФУ и отключите уведомления про обновление. Используйте устройство с расходными материалами InkSystem и экономьте на каждом отпечатке.